Привет, прогрессивные друзья. Это истинный следователь. Этот ролик про качество интернета проводного, даже не беспроводной, от Ростелекома. Ростелеком устроил ухудшение очередное. Пинг упал с 2 микросекунд до 20-25. Сначала я даже не понял, в чем дело, а пинг увеличился. И я сразу подумал, что это из-за промежуточных серверов, ну и вообще, потому что они дебилоиды. У них хоть и работают какие-то специалисты, там видно инженеры, но по проводу всегда пинг маленький. 2-5 миллисекунды. И я проверял, им, по-моему, сказал, естественно, ничего не поменялось. Что дает это плохого? То, что время отклика становится сайтов медленное такое. Это не увеличение, конечно, не с 2 до 200 пинга миллисекунд. Но все-таки все равно это совсем ненормально. На то и провод, чтобы быстрый ответ был. Тем более сами сайты еще устраивают торможение, подгружая всякий мусор рекламный. Думаю, в Ростелекоме связано это два варианта. Либо с их беспросветной тупостью, либо с установкой очередных там сормов, следящих, там вот этих записывающих говна, которое нафиг не нужно на самом деле. Следить нужно за бандитским государством. Ну, то есть его вообще снести надо, вот. Вот такая вот проблема. И я еще сомневался, конечно, немножко. Но может две, как бы, я думаю, даже и два фактора сразу в Ростелекоме. И здесь удалось потестировать провод другой фирмы Dom.ru. Сейчас давайте проверим. Такой сбой со стрелочкой возник недавно, потому что спид-тест нормально меряет скорость, все нормально, если некоторые там провайдеры пишут, типа, говнево, нет, все нормально и точно они меряют. И пинг, и скорость скачивания и загрузки. Загрузка на компьютер. То есть скачивание. Скачивание на компьютер, загрузка в интернет. Вот, видите, это Dom.ru с Вымпелкомом. 4 миллисекунды. Так, давайте другой попробуем. Потому что там тоже было с самим Ростелекомом пинг 2.5, а с другими 20-25. Так, загрузился или нет? Теперь вы видите, он меряет с другим сервером МТС, тоже в том же самом городе. Блин, эта стрелочка распадающаяся, конечно, новая, утомляет, не понимаю, в чем дело. Этот флеш убрали бы давным-давно, ну движок флеша, чтобы проверить, вот. Правой кнопочкой нажимаете, видите, вот это флеш. Версия там самая последняя, 24.194. Вот 3. 3 пинг, как вы видите, 3. Ну еще давайте тогда другой город посмотрим.
шевелится из-за флеша, опять же, этот спид-тест медленно. Но ничего поделать не могу. Как видите, и пинг здесь быстрый. 3. Ну, шевелится вот так вот, кое-как. Так, давайте специально не Домру и не Ростелеком. Специально другой хостинг выберем. Ну, давай, выбирайся. Может быть, это распадание картинки только в Firefox происходит, не знаю точно. Но с флешем постоянно проблемы. Такой он гад. Ну и за границу еще. Да, тогда посмотрим. Конечно, не США, потому что там пинг 130 большеватый. Где-нибудь Европу недалеко посмотрим. 17. Блин, что-то мне не нравится. Пинг меньше должен быть. Что за огромный пинг стал в проводных сетях? Так, ну что же будем делать? Давайте тогда что посмотрим. Беларусь. Так, это что за город? Ну, показывай. Спид-тест, конечно, медленно шевелился, но не так просто. Что они сделали с интернетом? Эти промежуточные сервера. Так, ну что, вот мегафон, давайте уж. Если пинг больше 10, значит это проблема какая-то у всех провайдеров. Увеличился пинг, как я сказал, из-за установки какого-то говнооборудования. И они его не уберут, вот этого следящего, записывающего. Никому не нужного. Ну, кое-как, но, наверное, все равно завышенный. И если кто не понимает, это серьезные проблемы со связью, потому что еще упала исходящая скорость загрузки на YouTube почему-то. Вместо 10 мегабайт в секунду до 1. По проводу, по соединению 100 мегабит, если у кого знаний не хватает. 10 раз упала. Смотрел в Ростелекоме и в Дом.ру. Так, давайте уже ролик длинный получился. Посмотрим в Германии. Что это? А, Польша? Не, Польша. Не надо. Германию давайте. Ну, что за город?
Я не вижу. Ну, что такое? Что? Ширин. Так. Посмотрим с Германией. Да уж. Не очень тоже вижу скорость. А это еще совсем недалеко. О, 51. Что такое? Расстояние это... А какое расстояние? Где-то же они писали. Почему я сейчас не вижу расстояние? Огромный пинг 51 для провода, это ужасно. Хостинг недалеко, Германия, Берлин. Сколько километров-то? Почему-то сейчас где-то было, что они показывали. Почему-то сейчас я не вижу. Может, и... Ну ладно, потом. Ну вот такая проблема. Никто ее особо пока не заметил. Я заметил сразу. Медленно сайты открываются все. По проводу, по 100 мегабитам. Днем и ночью, в любое время, пинг стал огромный. Вместо 2-5 в одном городе до 20-25. За границу вы видите еще рядом тут 50, по-моему, он должен быть намного меньше. То же самое, около 20, может быть, 10. Ломают интернет эти собаки, чинуши. Вот этими программами, всеми отключениями, сделания российского интернета, пока что они навставляли какого-то корявого китайского оборудования, и все стало тормозить. Ебаные ссаные, блядь, суки. Не буду дальше мерить пока что, даже с Америкой. Вы представляете, какие результаты. А, кстати, ну давайте померяем, а чё ж. Я помню, 130 пинг был в нормальном виде. И скорость, ну какая-то 50 мегабит, что-то около этого. Где же расстояние? Ты раньше же показывал, почему-то сейчас не вижу. Как же отключить этот флеш? Давай быстрей, быстрей. С Америкой проверим и все, пора заканчивать. И так все ясно. Сломали интернет, сволочи.
Правда, сейчас я подсоединен не проводом, но по Wi-Fi. Wi-Fi роутер недалеко, пинг, то есть должен быть по городу до 5 миллисекунд. Такой он и есть. Скорость 60 мегабит показывает в городе. Соединение 144 мегабита, скорость 60 мегабит в две стороны примерно. С Америкой, смотрите, пинг нормальный, 128 он и был. А вот скорость что-то ультра упала. Она и была меньше, чем раньше. Ну, раньше там, ну, раза в два. А здесь вместо 60 прям передача, смотрите, в 6 раз упала. Да, ну вот конкретно что, где сервера эти тормозящие они поставили, какие фильтры корявые китайские, дальше будем смотреть. Я вам показал, действительно есть проблема. Пока что никто об этом ничего не пишет, но проблема есть. До свидания, ребята прогрессивные. Надеюсь, разберемся. Пока.